Многие граждане ошибочно полагают, что в полицию принимают только тех, у кого есть высшее юридическое образование. На самом деле оно требуется только для подразделений следствия и дознания. Чтобы стать полицейским, достаточно окончить школу и отслужить в армии. Для должностей младшего начальствующего состава, к которому относятся такие, как полицейский патрульно-постовой службы, полицейский кинолог, полицейский водитель, достаточно наличия среднего полного общего образования, то есть 11 классов. Такие сотрудники в перспективе могут получить высшее юридическое образование бесплатно. При исполнении служебных обязанностей сотрудник органов внутренних дел полностью находится под защитой государства. Заработная плата для младшего начальства состава от 23 тысяч и выше, для офицерского состава, средний наш состав от 33 тысяч и выше в настоящее время. Но это я называю только минимальные заработные платы для отдельных служб. В ряде подразделений они гораздо выше. В настоящий момент на службу в органы внутренних дел принимаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Но в ближайшее время верхний возрастной порог может быть увеличен с 35 до 40 лет. За более подробной информацией можно обратиться в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел. Марина Якубишина, Александр Ерофеев, Десна ТВ.